Клумбы с петуниями украшали разделительную полосу на въезде в город со стороны Самары. Сами вазоны не украли, они бетонные, а вот цветы вырвали с корнями. В ходе объезда города мы обнаружили акт вандализма, произошедший на улице Куйбышева. Из 7 вазонов, находящихся на разделительной полосе, 4 вазона просто были разграблены, цветы были вывезены. И, к сожалению, наши горожане ту красоту, которую мы пытаемся для них создать, и зеленый цветущий город, вот не ценят. В каждом вазоне росло примерно по 40 цветов, говорит Оксана Воробьева, так что украдено более сотни. Кому понадобились петунии в таком количестве, предстоит выяснить следствию. Но можно предположить, что кто-то таким варварским способом решил украсить территорию возле своего дома или офиса. Еще одна версия – просто хулиганские действия. По выявленному факту комитет по ЖККС уже направил заявление в городскую полицию. Арина Макарова, Валерий Мазин. Новости Димитровграда.